возводится забор. Скоро он закроет полностью набережную, перекроет доступ сюда людей. Крупнейшее из обогащений чиновников Республики Башкортостан. Судя по всему, Рустему Хамитову надоели смертельно бесконечные ролики о набережной, которую он пытается воздвигнуть в Уфе, и упреки в тех бесчисленных миллиардах, которые он потратил на это бессмысленное гидротехническое сооружение. Теперь вдоль набережной ее участка, который недостроен, возводится забор. Скоро он закроет полностью набережную, перекроет доступ сюда людей. Как нам сказали рабочие, все это будет происходить как минимум всю зиму. Я не знаю, что они тут будут строить зимой, но, судя по всему, речь идет о том, чтобы, ну, как бы изолировать этот провал в экономике республики и крупнейшее из обогащений чиновников Республики Башкортостан от глаз жителей. Жителей не должно раздражать это безобразие. Жители должны жить, видимо, в бесконечной радости и восторге от того, что делает республиканская власть. А этот позор будет скрыт забором, и доступ сюда будет закрыт. Так что вполне возможно, что этот ролик, может быть, и последний из бесконечной череды возмущений свидетелей этого ужасного явления. Я не думаю, что когда-нибудь будет расследование того, куда пошли эти бесчисленные миллиарды, кто сунул их себе в карман. Но я абсолютно уверен, что Рустем Хамитов лично причастен к этому безобразному явлению, которое называется набережная реки Белой в городе Уфа.